Всем привет! Меня зовут Николай, и это компания ЛБР, филиал город Смоленск. Сегодня представим вам наши новинки. Скоростной плуг ПНУ 360 и скоростной плуг ПНУ 460 производства Лесогромаш. Давайте рассмотрим их конструкцию, технические характеристики и основные преимущества. Плуги ПНУ загонные. Преимуществом данных плугов является скорость. Позволяет обрабатывать землю до 15 км в час, а также их доступная цена. Скоростные плуги позволяют, в отличие от обычных агрегатов, гораздо производительнее и быстрее обрабатывать землю, а также экономить на топливе. Ширина захвата каждого корпуса на данном плуге и на четырехкорпусном плуге составляет 60 см. Давайте посмотрим, удостоверимся, как заявляет производитель. 60 сантиметров. Соответственно, общая ширина захвата данного плуга составляет 1,80 м. Данный плуг агрегатируется с тракторами от 130 лошадиных сил. Подойдет самый ходовой трактор 1221, 130 сил. И аналогами, импортными либо отечественными. Плуг ПНУ 460 может быть агрегатирован с тракторами мощностью от 170 лошадиных сил. Еще раз повторюсь, ширина захвата данного плуга составляет 1,80 м, соответственно, четырехкорпусного плуга составит 4х60, 2,40 м. Данный плуг навесной устанавливается, агрегатируется на трехточечное навесное устройство. Глубина пахоты достигает 30 сантиметров каждого корпуса. Также присутствуют опорные колеса в передней части плуга и в задней части. Также, если на тракторе, на который вы навесили данный плуг, нету силового позиционного регулирования всего процесса. Сечение рамы в данной части 2 квадрата по 100 мм, то есть тут 200 на 100. Здесь будет 100 мм, 100 мм и здесь 100 мм. Что касается рамы. Давайте разберемся, за счет чего же достигается такая скорость работы 15 км в час. Плуги ПНУ комплектуются бинарно-лемешным скоростным корпусом. Благодаря второму лемеху, давайте я вам покажу, можно посмотреть по рабочим расходным органам. Первый лемех и второй лемех, за счет которого как раз таки и достигается эта скорость. Благодаря второму лемеху уменьшается сопротивление при подрезании пласта идущему следующему корпусу. И данные плуги очень хорошо работают на разных почвах по структуре. На старопахотных, на залежах, также сохраняя высокую скорость обработки до 15 км в час. Давайте подытожим. Плуги ПНУ 360 и ПНУ 460 – отличные агрегаты для скоростной обработки почвы. Чтобы узнать цену на данные плуги, переходите по ссылке на наш сайт, традиционно в описании под нашим роликом. А сейчас нажимайте большой пальчик, если вам понравилось видео, также колокольчик, чтобы не терять нас. А также напишите в комментариях, на какую технику хотели бы увидеть еще обзор. А у меня все, до новых встреч!